В Тверской областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры Российской Федерации. Подробности расскажет наш корреспондент. Тверская область каждый год принимает крупные всероссийские и международные фестивали. Регион – постоянная площадка для реализации музейных, театральных, музыкальных и просветительских проектов. Губернатор Тверской области Игорь Жудени выразил благодарность сотрудникам отрасли за высокий профессионализм, преданность делу и служение Верхневолжью и всей России. Сегодня вы и ваши коллеги сохраняете и приумножаете это уникальное наследие. Своим ежедневным созидательным трудом вы вносите неоценимый вклад в сбережение национальной идентичности и исторической памяти. Способствуете воспитанию подрастающего поколения на основе неприходящих духовно-нравственных ценностей нашего народа. В номинации «За долголетнее плодотворное служение отечественной культуре» победил артист Тверского театра юного зрителя Виктор Дегтярев, который уже 49 лет служит театру и является единственным в Тверской области обладателем, учрежденной указом президента Российской Федерации в 2021 году, медали за труды в культуре и искусстве. Спектакли, театр – дело коллективное. Одному невозможно тянуть одеяло на себя. Хочу просто выразить слова благодарности нашему губернатору, руководству. И больше всего хотелось бы выразить благодарность моему родному, любимому коллективу, который выдвинул меня в номинацию. Молодые таланты также были удостоены губернаторской премии. Лауреатом первой степени в номинации «За творчество молодых авторов и исполнителей» стал артист Тверского областного академического театра драмы Геннадий Бабинов. Конечно же, хочется отметить, что те награды и премии, которые мы получаем сегодня, это, безусловно, вдохновляет и побуждает нас на то, чтобы еще больше работать, делать великие дела, самостоятельно работать, чем мы занимаемся, и будем с удовольствием продолжать это делать. В общей сложности лауреатами премии губернатора Тверской области в 13 номинациях стали представители ТЮЗа, Тверского театра кукол, Тверского театра драмы, Вышневолоцкого драмтеатра, Кимрского театра драмы и комедии, Тверской областной картинной галереи, Тверского государственного объединенного музея, Тверского областного дома народного творчества.